10 лет колонии строгого режима потребовал гособвинитель для экс-мэра Александрова Геннадия Симина. Напомню, его обвиняют в коррупции и покушении на мошенничество. Сегодня в областном суде начались прения сторон. Выступал прокурор Николай Зайцев. Ответное слово защиты прозвучит 20 марта. А теперь коротко о происшествиях в 33-м регионе. Следственный комитет возбудил уголовное дело против очередного педофила. 30-летний житель Владимирской области подозревает в совершении насильственных действий против 7-летнего сына своей сожительницы. Ребенок целый год не рассказывал об этом, но потом не выдержал и признался маме. Подозреваемый сейчас под стражей, расследование продолжается. А полицейские накрыли нарколабораторию в садоводческом товариществе Петушинского района. Предположительно, ее обустроил владелец дачи, 45-летний москвич. Коноплю он выращивал в бане, создав для растений оптимальный световой и температурный режим. Правоохранители изъяли 20 кустов и готовую к употреблению траву. А на Нижней Дуброве в пятницу накрыли игорный клуб. Полиция изъяла там 6 мониторов и 5 игровых плат. Оборудование направлено на хранение до судебного решения, а на сотрудников клуба составлены административные протоколы. В этот же день такую же точку закрыли на улице 1 Пионерская.